привет! Вы смотрите видео на канале «Всякие полезности», рубрика «Посылки с Китаем». На этот раз я заказал силиконовый чехол для экшн-камеры Xiaomi, который должен идти вместе с крышечкой в комплекте. Сейчас будем открывать. Посылка шла на протяжении 18 дней в Украину. И вот она вот. Есть вот. Сейчас разрежем. Вот наш чехольчик силиконовый. Пахнет резиной. Сейчас попробуем засунуть. Так. Вот мы одели силиконовый чехол. У нас крышечка в комплекте идет. Одевается плотно. Сейчас включим камеру. Ага, это сигнал о том, что у нас нет флешечки. Сейчас мы ставим флешку. Итак, видим. Диоды не просвечиваются. Цвет чехла, который я и заказывал, черный, что позволит сделать камеру менее примечательной. Вот такой у нас посылочка сегодня. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. До скорых встреч!